Всем добрый день, кто решил посмотреть это видео. Сейчас снимаю колумнеи, которые у меня готовы к продаже. Это сортовая колумнея, называется сорт Red King, красный король, да, видимо, в переводе. Значит, два черенка. В группе в своей ВКонтакте я приложу фотографию цветения. Так что заходите в группу. Все подробности в группе. Здесь только видео на YouTube и все, что успею записать, наговорить, так сказать, на камеру. Вот здесь у нее уже ростик пошел. Вот такой черенок под номером 1. Такие листочки, как коготочки. А у этого сорта, у колумнеи Red King, одни из самых крупных цветов. Они яркие, красные, очень большие. Несмотря на то, что растение очень маленькое. И номер 2. Вот такой. Всегда стараюсь по возможности делать видео, потому что фото не передает, как правило, всех нюансов, если они есть, и всей красоты растения. Вот тут видите, какой красивый изгиб. На фото очень сложно передать красоту. Вот, друзья, выбирайте, если понравилось растение, фото цветения в моей группе, сделаю пост с фотографиями цветов этого сорта. Все, номер 1, да, и номер 2. Все, кто заинтересовался, пожалуйста, пишите. И до встречи на страницах моей группы. Пока-пока.